6 утра 1 мая 2014 года. Кажется, всю ночь я ночевал рядом с аэродромом. Хорошо, что хоть самолеты не садились. Сейчас иду в направлении турецкой границы. Вот так самолет. Памятник грузинской авиации. Я в Турции. Хоть песни и поется, не нужен нам берег турецкий, но я все-таки решил его посмотреть. Сразу возле границы вот такие вот прикольные скалы пещерными образованиями. Похоже, турки отвоевали у моря небольшой кусочек и строят теперь вот дорогу в объезд всех вот этих многочисленных тоннелей, которые здесь есть издавна. Такой вот он, берег турецкий. Вот с этого места на трассе виден Батуми. Вот это городишко Хопа, до которого мне 9 километров все-таки довез замечательный парень турецкий. Ну, будем пробираться дальше. А здесь какая-то странная музыка играет. Турция. Водитель Мустафа завез меня в какой-то город. Хрен его знает, какое у него название. Не доезжая Ризы. Наверное, мне придется здесь заночевать. Вот так живут люди в Турции. Вот все эти ровные, красивые холмики, гряды. Это чай. Это растет чай. И даже, вот, собственно говоря, тоже он родимый. Все здесь всыпано этим самым чаем. Основная культура. Вот это и другие многочисленные мечети в округе не дают спать. Муэдзины кричат громкоговорящие, громкоусилительные устройства. И приходится вставать. Но до туда я, конечно, не дошел. Хотя оставалось не так уж и много. Утро 6:30. Домой! В Турции тоже распространены источники памяти. Вот какой-то Кёйсан или кто ли. Мечеть на въезде в город. Такая вот турецкая архитектура вдоль дороги. Турция прекрасна, если не нужно идти много-много километров. Асан, один из немногих водителей, который на турецкой территории меня подвозит. Спасибо большое. Пазар. Город Пазар.